Дело было утром. Мы погрузили инструмент и уже на всем знакомом мотоблоке выдвинулись на одну интересную локацию. Это вот такая красивая речка, а на ней островок. Здесь не глубоко. И мы пошли в разведку. Нами были замечены следы от костра, значит, здесь отдыхают люди, но мусора, к счастью, не было. Затем мы перенесли весь инструмент и начали искать материал для строения. Это вот такие высохшие деревья, они нам идеально подходят. Срезаем их. И зачищаем от всего лишнего. По итогу должны получиться ровные балки, таких нужно 3. Выставляем 2 палки крест-накрест и связываем их веревкой. После чего ставим 3-ю палку и закрепляем к другим. Укрепляем соединение более прочной веревкой. Немного регулируем положение палок, прикапываем немного их. Готово! Эта тренога послужит каркасом для шалаша. Затем нужно заготовить много тонких палок. Приматываем их к толстым балкам. И получаем готовую основу для кровли. В процессе заготовки тонких палок у нас получалось много отходов в виде веток с листьями. Ими мы и стали перекрывать. Готово! Но это еще не все. Так как день близился к обеду, мы решили порыбачить. Но кроме таких мелких рыбок, нам больше ничего не попадалось. А рыбки такого размера для нашей затеи не подходят. И чтобы не умереть от голода, мы с собой заранее взяли несколько карпов. Всю рыбу обязательно промываем, и чтобы сделать ее вкуснее, стоило бы добавить каких-то специй, а именно перец, соль и лавровый лист. Они отлично будут сочетаться с рыбой. Втираем специи, помещаем наших карпов в пакет на некоторое время. А готовить рыбку мы будем в коптилке. Для нее нужно сделать много мелких щепок из полен от фруктовых деревьев. Замачиваем щепу водой и оставляем на полчаса. Пока щепки замачиваются, разводим костер, как настоящие выживальщики. Затем сливаем воду. И можно загружать наши щепки в коптилку. Ставим решетку. И на нее выкладываем рыбу. Ставим 2 кирпича в костер. И на них располагаем коптилку. Эту щель нужно заполнить водой, для того, чтобы предотвратить утечки дыма. По прошествии 40 минут поднимаем крышку. И внутри коптилки обнаруживаем вот такую вкусняшку. Ставьте лайк, если бы захомячили такую рыбу, к примеру, с квасом. Так как мы строили возле водоема, неподалеку рос камыш. И мы прокачали крышу шалаша. Из этого же материала было решено сделать подстилку. На этом моменте наш шалаш был полностью готов. А солнце уже заходило за горизонт, и нам пришлось уезжать домой. Такие дела.